Вениамин Кондратьев поблагодарил общественников за их работу. При помощи Красного Креста на Кубани построили 11 офисов врачей общей практики. Спасибо Российскому Красному Кресту и нашему региональному отделению и вам лично за принципиальную позицию. Вы не просто выделяете денежные средства в случае чрезвычайной ситуации или просто жизненной ситуации. Вы принципиально следите и контролируете, чтобы деньги, которые вами выделены, дошли до конкретного человека. Принципиально следите. И это очень важно, что для вас не просто есть масса людей, которые пострадали, а в этой массе вы рассматриваете каждого человека и знаете персонально, что у него, какую он помощь получил и какую помощь еще ему нужно дать. У нас в организации есть приоритетные направления. И одним из направлений является реагирование на чрезвычайные ситуации. Это по всей России и в том числе по Краснодарскому краю. Отделением Красного Креста на Кубани в нескольких районах создано 8 складов предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, за 3 года гуманитарную помощь в регионе получили около 100 000 беженцев из Украины.